Решим, откуда нас могли поздравить. На букву Т какой город нас поздравляет? Тольятти. Тольятти, Томск, Тюмень, Тобольск, Тверь. Да. На букву Е нас поздравляет город? Елабуга, Екатеринбург, Еня, Ереван, Евпатория. На букву Л нас поздравляет город? Лос-Анджелес, Лондон, Липецк. На букву Г нас поздравляет. Гомель. Гомель. Гродно. Городец. Гагры. Гранада. Городец. Городец уже был. Гранада. На букву Р нас поздравляет. Ростов. Ростов. Рига. Рязань. Рим. Рио-де-Жанейро. На букву А нас поздравляет. Амстердам. Астрахань. Ашхабад. Анапа. На букву А. Подожди. Какой? Амстердам. Амстердам, молодец. Вот этот вот самый. И на букву Э нас поздравляет. Москва. Конечно же, Москва. Мур.
Ведь во всем мире знают, что существует теплоход «Октябрьская революция», что он везет туристов от Астрахани в Москву, с чем вас все и поздравляют за то, что мы все вместе на этом теплоходе собрались. И, надеюсь, неплохо проводим время, правда? Правда. Ну что, наша с вами очередная программа подошла к концу. Через несколько минут я вас передаю в руки Николая и Юлия. Ну а анонс такой на следующие дни. У нас осталось совсем немного дней до финальной точки нашего маршрута до Москвы. И по традиции...